В Елабужском институте Казанского университета состоялся проектный семинар по разработке концепции устойчивого развития исторического поселения города Елабуга. Все подробности далее. Участие в мероприятии приняли помощник президента Республики Татарстан Олеся Балтусова и глава Елабужского муниципального района, мэр Елабуги Рустем Нуриев, а также жители и активисты, представители фондов и общественных организаций, культурных и образовательных учреждений города и другие. Здесь живут те, кто хочет развивать этот город, и важно услышать именно их установки. Поэтому вся команда разработчиков казанской концепции здесь, и по поручению Рустама Нургалиевича мы концепцию Казани должны применить, отразить здесь, хотя это и совершенно другой город. В рамках семинара были определены проблемы социального, культурного, экономического и пространственного развития исторического поселения города. Также были предложены различные решения обозначенных проблем. В результате семинара сформировалась рабочая группа проекта, которую возглавил глава района Рустем Нуриев. Исторический центр не может сам собой дряхлеть, и он ценнее от этого становиться не будет. Здесь должны жить люди. Здесь должна кипеть жизнь. Вот какая будет жизнь, это уже вот эта вот работа, она нам поможет понять, что нам нужно, в каком направлении идти. То, что население сюда надо переселять, это однозначно для меня понятно. Результатом встречи стало проектирование тех заданий по разработке концепции, которая поможет вдохнуть жизнь в город, оздоровить экономику, вернуть деловую активность и при этом сохранить исторический архитектурный облик Елабуги. На разработку концепции развития города запланирован 1 год. Проект будет реализован совместно со специалистами Казанского университета. Диана Шленкова, Алексей Румянцев, Айдар Нурмиев, Универньюз.